Но если вы ни хрена не понимаете, если вы ведете себя так, как будто в стране ничего не происходит, и считаете, что вот тот сволочизм, который вы устраиваете, потому что это разгоняет инфляцию, поднимает цены на все, бьет по обороноспособности нашей страны, по доверию наших граждан. Если вы, сволочи, ни хрена не понимаете, ну давайте тогда мы вас возьмем за ваши золотые яички. Потому что для вас эффективность – это грабеж народа. И мне плевать, что бренд может вырасти до $100 или больше $100. Мне вообще, какая мне разница в России, какой будет бренд? Вы мне хотите рассказать про международный рынок? Его нет для России. Ростовская область, цены взлетели, как только началась уборка урожая. Фермеры стонут. Я просто хочу понять, вы идете против народа? А можно список всех пофамильно, кто за это отвечает? Ялта, 92. 92-й, по 59 рублей. Может, необходимо пересмотреть ряд принципиально важных статей, ради которых вся эта Конституция 93-го и писалась? Когда страну лишили суверенитета, отдав, напомню вам, взяли и отдали. Завели законы подзападные. Так, опа, все, нет больше суверенитета. И недра взяли, отобрали у народа. Не, когда в земле, это еще народное. А когда достали, это кого? Это чье? Олигархической сволоты? И когда страна и Министерство обороны будет тратить сумасшедшие деньги? Или когда мы не сможем пойти в наступление, потому что они закупить такое количество горючки, рынок же? А если потом еще выяснится, что те же компании хитро это поставляют не только за рубеж, но и через прокладки на Украину? Может, к стенке тогда поставим сволоту? А нет, нет, ну точно. Конечно, нельзя. Рынок, рынок. И в Донецке, да? Дизель за 74. И ребятам заправляться. И сельским хозяйством заниматься. Рынок. Твою же ж мать, рынок. СМЕРШ нужен для такого рынка. И под это нефтяники хотят снести власть? Хотят создать такое настроение. Вы меня простите, я человек крайне подозрительный. Я не верю в случайность. И пошли вы нахрен с вашими представлениями про рынок. Это никакой не рынок. Никакой не рынок. Правильно пишут. Это саботаж, который делается пятой колонной, как подготовка к президентским выборам. Согласен с вами. Саботаж. Это что, криптохахты пробрались? И оккупировали нефтянку? Не, ну просто интересно. Всем привет, с вами Ян Матвеев и передача «Военное положение». Сегодня расскажу о новой тактике российской армии, сбитом Су-35 и фантастических снарядах для российских танков. Посмотрим, как воют пропагандисты, и поговорим о ситуации на фронте. Для начала давайте посмотрим видео, которое появилось буквально только что. 19.09 нам дали задачу разведку боем сначала, потом... Нам дают задачу взять лесополку и выдвинуться полностью в жилой массив в Клещеевке. Чтобы вы понимали, в Клещеевке со стороны озера работают два леопарда. Зона полностью простреливается лесополкой, накрывается кассетами. В церкви стоит до 100 человек. Нас выдвигается 10 человек на всю эту арту. И 5 прикрытий. 5 прикрытий. И то, потому что мы их просто не берем, чтобы у нас был шанс выйти оттуда. Хотя бы кому-то. Вот так российские командиры проводят контратаки. Это 19 сентября. Тогда еще за Клещеевку шли напряженные бои. Писали о самоубийственных атаках российских сил. Ну, вот оно и подтверждение. Магазинов нет, ничего нету. Пулеметы гнилые. Собираем все подряд. Какой полк, парни? 13.07. Нам обещали эвакуацию. Нам сказали, что будет все хорошо. Но если... Вдруг наша команда не вернется, если вдруг что-то с нами плохое произойдет, это видео сразу вылетает в интернет. Раз видео оказалось в сети, значит, что-то плохое случилось. Ну, а что именно, думаю, вы и сами догадаетесь.
Российские военные применяют новую тактику, весьма опасную и результативную. Я говорю об ударах высокоточными ракетами и корректируемыми бомбами по целям в ближайшем тылу украинских войск. Видео подобных атак становится все больше, мы уже показывали их в прошлом выпуске, но за неделю появились новые. Вот, например, кадры удара по мосту в Великой Новоселке. Российская армия восполняет таким образом проблемы с артиллерией, а это и нехватка гаубиц современных, и снарядный голод за счет как раз авиации. Они наладили массовое производство комплексов ОМПК, которые делают простые авиабомбы корректируемыми, а что еще важнее, не просто падающими, а летящими на дистанцию до 40 километров. Кроме того, ускорили и производство более дорогих ракет воздух-поверхность, например, как на картинке сейчас Х-38. Или вот специальная планирующая бомба 9А7759 с дальностью в 120 километров. Ее производство тоже показали вот на тех кадрах поездки Шойгу, которые мы вам сейчас демонстрировали. Российские ВКС получают все больше подобных боеприпасов и наращивают их производство. Вот, пожалуйста, вы сейчас видите их на своем экране. И теперь они используют их, атакуют мосты, здания, предполагаемые места расположения личного состава, заводские корпуса, даже вот Коксахим в Авдеевке. Видимо, думают, что тут как с Азовсталью выстроены невероятные укрепления. Но кто знает, Авдеевка давным-давно сопротивляется, окруженная с трех сторон. Странно, если бы на заводе не было никаких укреплений. ВСУ почти ничего не может сделать против подобной тактики. Российские самолеты, в основном это Су-34, сбрасывают бомбы и ракеты за линией фронта. Там их сложно достать системами ПВО. Крайне тяжело сбить и сами боеприпасы. Те же авиабомбы очень дешево в производстве. Их будут бросать все больше и больше. Не всегда удары достигают цели. Тут еще и разведка нужна хорошая. Чем российская армия, конечно, похвастать не может. Однако разрушение мостов, дорог будет очень затруднять логистику ВСУ. Вот, например, Купянск. Мосты бомбят. Если разрушат полностью, получится, что группировка на восточном берегу реки Оскол осталась без нормальных линий снабжения. Ну, а это, конечно, большой риск. Кроме того, корректируемые бомбы летят прямо по линии фронта. Российские самолеты пытаются бить по атакующим группам ВСУ. Часто не точно, но, как я уже сказал, бомб много, их сбрасывают все больше, больше и больше. И это выглядит сейчас серьезной угрозой для украинской армии. Как они могут защититься? Нужно либо подводить ближе к фронту мощное дальнобойное ПВО, ну, вроде того же Патриота. Но это риск потерять комплексы. Лучшим решением были бы истребители с дальнобойными ракетами воздух-воздух. Ну, например, все те же F-16. Но до них поставок пока далеко. А старенькие МиГ-29 украинские на эту роль не подходят. Их легко собьют российские истребители еще издалека, благодаря сильным радарам и дальнобойным ракетам. Те же Су-35 регулярно дежурят в небе именно с набором противовоздушных ракет, прикрывая бомбардировщики. Думаю, конечно, ВСУ что-то со временем придумают. Ну, а мы вам обязательно об этом расскажем. Подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.